Почти любой голливудский мультик на сегодняшний момент, он интересен и для взрослых, и для детей. И, как правило, они даже более успешны, чем кино. Успешны в смысле зрительского восприятия. Их, как правило, они зачастую, когда ты идешь на мультик, это, как правило, будет гарантированно интересно, нежели фильм. Фильм бывает, ты посмотришь, думаешь, ой-ой-ой.